Тезяхау, меня зовут Денис. Прямое показание лечения бронхитов и бронхиальной астмы, так как это упражнение развивает межреберную дыхательную мускулатуру, очищая тем самым бронхиальное дерево, выводя избыточную жидкость из альвеол. Межреберная мускулатура является главным насосом сердца. При сведении рук помогает левому желудочку выбрасывать кровь в аорту, тем самым препятствуя ее ригидности, то есть жесткости. Аорта – это своего рода трамплин для увеличения скорости кровотока. Скорость кровотока необходима для профилактики атеросклероза сосудов. Чем выше скорость кровотока, тем эластичнее стенки сосудов. Таким образом, именно мышечное воздействие на левый желудочек и аорту помогает избавляться от сердечной недостаточности. В отличие от подобных упражнений, таблетки от сердца являются кнутом для дохлой лошади и приводят к сердечной недостаточности, так как маскируют ее развитие. Противопоказания. Хронический вывих плечевого сустава.